Это мы в Бангкоке. Sky. Как он Sky? Sky Bayok Hotel. Находимся сейчас на смотровой площадке на 85 этаже. Смотровая площадка здесь крутится. Наблюдаем дороги. В данный момент практически все дороги движутся, кроме одной. А днем они все практически 90% стоят. Пробки серьезные. Высотные здания стоят, если посчитать по этажам, видно, насколько этот отель самый высокий в городе. Ну, красота, конечно. Город Бангкок очень большой. Куда ни глянешь, границ его не наблюдается, они скрываются за горизонтом. Ты еще влоги снимаешь. Очень-очень яркий, красивый город. Вот мы переместились на другую улицу. Что хорошо, в Бангкоке очень много эстакад. Автомобильных, железнодорожных, трамвайчики, электрички, все это у них ходят. Здесь присутствуют все отели. Ну вот мы сейчас видим Новотел отель. Также с левой стороны Центара был отель. Очень много всяких разных отелей. В подворотнях, куда ни зайди, везде такие рецепшн. А, кстати, вот Центара внизу, про которую я говорил. И это все не маленькие здания. Если посчитать по этажам, он видно, что они высотные. Вот такой вот красивый пейзаж города. И вот мы крутимся, наблюдаем. Вот многоуровневая парковка торгового центра. Также смотрю, здесь очень много домов высотных, которые многоуровневые парковки. Это 8-10 этажей первых. Парковка. Ну что, красота? Красота, здесь еще мы ни разу не были, вот посетили. Вдаль вот так вот уходит туда Бангкок. Вдаль уходит сюда Бангкок. И вот куда вокруг не посмотреть, везде Бангкок.